Вот смотрите, какая интересная труба. Или тромбон. Ломаный, не ворованный. Висел в гараже 10 лет. Мужика. Решил его сдать и купить себе масло в автомобиль. Легкий, килограмма 4 максимум. Блестит хорошо. Вот. Ничего на нем нету, ни кнопок. Все снято. Вот такая вещь. Тромбончик. Или труба. Тромбон все-таки это. Так что. Не слышно. Ну что, как он? Штука. Тромбон. Прикольно. Один экшен вытаскивал пожарную машину. На работе у меня весело, всегда можно чем-то заняться. Стопы, говорят.